Шок, сенсация. Никогда такого не было. И вот опять Путин идет на новый пятый срок. Сказать, что он меня удивил, значит ничего не сказать. Сомнений в том, что Путин будет цепляться за кресло до последнего своего дыхания, ни у кого не было. Вопрос был лишь в том, когда мы услышим заветное путинское «да». Политик ведь как заявляет о намерении идти на главный пост? Как-то публично, громко, предложив программу. Но у Путина вышло по-другому. Тихо, на ушко, как-то из-под куста. Я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться в должность президента Российской Федерации. Да, первым объявил за Путина Артем Жога. Он же отец Вохи, он же друг Моторолы. В общем, третьесортный путинский сепаратист. Взял и разболтал секрет, о котором мы так все знали. И ситуация получилась смешная. Вот представьте, этому Жоге за закрытыми дверями сказали, мол, да, пойду на выборы. Он не придумал ничего лучше, чем выйти и рассказать об этом журналистам.